Зарайская центральная библиотека присоединилась к всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2022». Сотрудники учреждения подготовили для читателей и гостей насыщенную программу. Мероприятие прошло в форме фольклорных посиделок, традиций и обычаи русского народа. Тема акции определена с учетом празднования Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Гости посиделок приняли участие в традиционных русских играх и конкурсах, которые состояли из различных заданий: танец барыня, конкурс небылиц, фольклорные загадки, игра «Калечина-малечина» и другие. Желающие попробовали себя в роли сказочных героев, приняв участие в инсценировке народной сказки. Много интересного и познавательного собравшиеся услышали об истории русского фольклора. Это и пословицы, и поговорки, прибаутки, потешки и скороговорки народов нашей многонациональной страны. На площадке предания старины глубокой каждый присутствующий смог совершить путешествие в мир русских народных промыслов. В этот день не обошлось и без творчества. Присутствующие приняли участие в мастер-классе по изготовлению русского вензеля и символа России – матрешки. Площадка декоративно-прикладного творчества, созданная руками библиотекарей, никого не оставила равнодушной. Стало доброй традицией участие во всероссийской акции «Библионочь» Зарайского народного театра и студии «Сказка». В этот раз он порадовал зрителей отрывком из спектакля «Шампанского» чеховской шуткой «Предложение». Все желающие могли запечатлеть себя на память в фотозоне, оформленной в стилистике русской культуры. В завершении мероприятия состоялась дегустация блюд русской кухни и праздничное чаепитие. Всероссийская акция «Библионочь-2022» прошла во всех библиотеках нашего городского округа. Ольга Желдева, Анастасия Булатова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.